Такой вопрос. Как долго пить соду по утрам? Очень подробно я разобрал этот вопрос о соде в своей газете, интернет-газете Малахов Про. Скоро она будет на моем сайте с аналогичным названием Малахов Про. Доступна весь архив, начиная с 2010 года, с середины и вот по конец 2017 года. Там вы, конечно, можете прочитать все подробно, обстоятельно. А пока кратко я отвечу, что рекомендуется пить пищевую соду утром натощак по чайной ложечке на полстакана кипятка, чтобы ее погасить. Потом полстаканчика еще добавляете. Итого у вас получается стакан разбавленной этой соды. Вы выпиваете утром натощак. Именно утром натощак можно пить всю жизнь. Лично я пью курсами, потому что я топ-семена там пробую, тмина, то гвоздику, то еще что-нибудь, то еще что, допустим, керосин. И у меня получается, что может произойти мешанина. Чтобы не произошла мешанина, если вы что-то пьете, то лучше всего поступать курсами. Допустим, пропили пищевую соду, ну, в течение, желательно где-то месяца по 2, по 3, потом делать месячный перерыв, можно употреблять всю жизнь, как и рекомендуют. Кстати, это рекомендация из Агни-йоги.